Знаете ли вы, что начало микрофинансированию открыл никто иной, как Гулливер, первым открывший банк для лилипутов? В фильмах заботливые жены всегда улыбаются, когда муж наливает из графина запотевший стакан рюмку водки к борщу. Перепробовал семь жен. Врут фильмы. А двое муж часто их уходит из дома по вечерам. Довольно часто. Бедняжка не любит сидеть дома один. Внутренний голос – это такая скотина, которая бухает вместе с тобой, а утром спрашивает, нафига ты бухал, как будто он сам цветы нюхал. В юношеском возрасте я любил читать готические романы и смотреть фильмы ужасов. В зрелом же возрасте на смену этому пришло чтение инструкций, в котором указывается на побочные действия лекарств. Давай ты закроешь глаза и ткнешь пальцем в карту наугад. Куда попадешь, туда отправимся в отпуск. Но это винная карта. Так тыкай же уже. Непрочитанные книги умеют мстить. Особенно хорошо это получается у Уголовного кодекса и инструкции к бензопиле. Привычка долго запрягать есть свои плюсы. Возможно, даже не понадобится уже никуда ехать. Да, жизнь проходит. Пора и о карьере задуматься. Петруха, ты прав. Садись в экскаватор и иди в карьеру. Твоя смена. Мужчина без материальных проблем – это тот, которого женщины ищут. А мужчина с материальными проблемами – тот, которого уже нашли. Подписываемся, кликаем на колокольчик.